Дальше он говорит: «Ва'алам, аннаху ма убида Аллаху би шей'ин мисра л-хауф мин Аллахи субхана, ва тарик л-хауф, ва л-хузн, ва шафакат, ва л-хая мин Аллахи табарака ва та'аля». И знай, говорит он, что невозможно поклоняться Аллаху субхана ва та'аля посредством чего-то, так как посредством боязни, страха перед Аллахом. Иначе как путем страха, печали, то есть печали за грехи, вашафакат, трепета, трепетания перед Аллахом субхана ва та'аля, вальхая мин Аллахи табарака ва та'аля, и стыда, стеснение перед Аллахом благословен он и возвышен, субханаллах. Указывает здесь автор, рахмаллаху та'аля, на поклонение Аллаху субхана ва та'аля посредством страха перед Аллахом субхана ва та'аля. Вы знаете, мы говорили не раз, но об этом надо всегда помнить. Это не теория, это твое поклонение Аллаху субхану ва та'аля. Обязательно оно должно строиться на вот этих трех опорах. Аль-хауф, ар-раджа, аль-махабба. Страх, надежда, любовь. То есть поклонение Аллаху субхану ва та'аля не будет поклонением. Это не поклонение, если нет вот этих вот трех вещей. Если отсутствуют три вещи. Аль-хауф мин Аллах, страх перед Аллахом. Раджа рахматилля, надежда на милость Аллаха и любовь к Аллаху субхана ва та'аля. При этом не должно быть только страха. Не должно быть так, что только у человека есть страх, да, потому что это приведет к тому, что человек отчаивается в милости Аллаха субхана ва та'аля. В то же время не должно быть только надежды, так что человек будет чувствовать себя в безопасности от наказания Аллаха субхана ва та'аля. И не должно быть только любви, только любовь. Без страха и без надежды на милость Аллаха субхана ва та'аля. Обязательно три вещи. Хауф, раджа, махабба. Страх, надежда, любовь к Аллаху субхана ва та'аля. Поэтому говорят уляма. Кто поклоняется Аллаху субхана ва та'аля только посредством страха, фахуа хариджит. Он такой человек хариджит. Такой человек хариджит. Потому что это их путь. Путь хариджитов. Что это? Асхабуль ваид. Те, которые следуют только за текстами угроз в Коране и Сунне. Так, кто поклоняется только посредством страха Аллаха субхана ва та'аля, такой человек хариджит. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ فَقَدْ فَهُوَ مُرْجِئ. Тот, кто поклоняется Аллаху субхана ва та'аля только посредством надежды на милость Аллаха, такой человек мурджи. Такой человек мурджиит. Это вот путь мурджиа. Потому что они не боятся наказания Аллаха субхана ва та'аля. Они говорят: ничего, иман, сердце, главное, что у тебя там в сердце иман. Даже если не совершаешь деяния, даже если не выполняешь то, что к чему обязал Аллах, даже если совершаешь грехи, ничего, мы все надеемся на милость. Посмотри, вот аят от тебя милости, вот тебе аят о прощении, вот тебе хадис за прощение. Вот там в сердце у тебя, главное, чтобы там был иман и все. Они опираются только на что? На раджа, только на надежду. Аллах субхана ва та'аля говорит: «Афа амину макраллах». Неужели они чувствуют себя в безопасности от хитрого наказания Аллаха субхана ва та'аля, который неожиданно приходит? «Фаля ямана макраллах илля л-каумул хасирун». Никто не чувствует себя в безопасности от хитрости, от хитрого наказания Аллаха, кроме людей, потерпевших полный убыток. А если человек поклоняется Аллаху только посредством любви, такой человек еретик, такой человек последователь вот заблудших течений суфизма. Потому что они, которые говорят: мы не поклоняемся Аллаху, стремясь к его раю, стремясь к его награде, и не поклоняемся Аллаху, потому что боимся его наказания, мы поклоняемся Аллаху только потому, что мы любим Аллаха. Так говорят они. Это заблуждение. Обязательно Аллаху должен поклоняться посредством трех вещей. Хауф, ар-раджа, аль-махабба. Страх, надежда, любовь. И автор говорит: и путь страха и печали, то есть когда человека печалят его грехи, вашафакат, когда он трепещет, это трепетание, трепет перед Аллахом субхана ва та'аля, вальхая, стеснение, стыдливость перед Аллахом, и айбад Аллах, рабы Аллаха, альхая мин Аллах, стыдиться Аллах субхана ва та'аля, это важнейший показатель имана, веры у человека. Без этого не может быть поклонения Аллаху субхана ва та'аля. Что такое стесняться? Некоторые думают, что стесняться – это когда человек вот так стесняется спросить, задать религиозный вопрос какой-то, изучать религию он стесняется, что-то благое делать он стесняется. Нет, это не стыд. Стыд – это когда человек стесняется Аллах субхана ва та'аля, стесняется того, что Аллах увидит его, когда он совершает грех,
когда он ослушивается Аллах Субхана ва Тааля. Удивительно, человек стесняется того, что его кто-то увидит из людей, когда он делает что-то неприличное. И стесняется человек, что люди сейчас увидят. Как не стесняется Аллах Субхана ва Тааля, не стыдится того, что Аллах Субхана ва Тааля видит его сейчас, как он совершает какой-то грех. Действительно, вещь удивительная в людях. Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Ястахфуна мина нас, валя ястахфуна мина Аллах». Скрываются от людей, но они не скроются от Аллаха. «Вахуа маахум из юбайетуна ма ля ярла мина аль-кауль». А он с ними, когда они произносят по ночам какие-то слова, которыми он недоволен. Поэтому ты должен стесняться. Аллах Субхана ва Тааля прежде всего сторонится от слушания, потому что Аллах Субхана ва Тааля видит тебя. Так автор здесь указывает на необходимость бояться Аллаха Субхана ва Тааля. Мы сказали, посредством страха поклоняться, да, но обязательно это должно сочетаться с чем? С поклонением посредством надежды и любви к Аллаху Субхана ва Тааля. Вот это вот рукны, столпы поклонения. Три столпа поклонения. Человек должен бояться грехов своих, должен бояться ослушания, но обязательно этот страх спутником его должно быть что? Раджа. То есть надежда на милость Аллаха Субхана ва Тааля. Почему? Потому что если не будет вот этой спутницы в виде надежды, это приведет к чему? Что человек начнет плохо думать об Аллахе Субхана ва Тааля. Вот этот страх приведет к чему? Приведет к отчаянию в милости Аллаха Субхана ва Тааля. А это великий грех, это великое заблуждение. Отчаивается в милости Аллаха Субхана ва Тааля. Плохо думать об Аллахе Субхана ва Тааля. Но когда есть вот эта надежда, она тебе не дает впасть вот в ту другую крайность, в отчаяние, в милости Аллаха Субхана ва Тааля. С другой стороны, человек должен надеяться на Аллаха Субхана ва Тааля, но вот эта раджа, эта надежда должна сопровождаться страхом перед Аллахом Субхана ва Тааля. Иначе что произойдет? Иначе произойдет то, что человек будет видеть легким для себя совершение грехов, ослушание. Поэтому и говорят ученые обязательно три вещи. Хауф, страх, раджа, надежда, хауф, любовь. Когда поклоняется человек посредством чего-то одного из этого, посредством страха или посредством надежды, или посредством любви, знаете, что он не поклоняется Аллаху Субхана ва Тааля. Он не поклоняется Аллаху. Кто поклоняется только посредством любви, говорят про такого зиндик. Зиндик. Нечестивец. Это мы сказали с вами, это путь последователей, некоторых последователей суфизма. Упоминают об одной из тех, кого они считают для себя примером, кому они следуют, что она сказала, конечно, это заблуждение большое, это ее слова, она сказала, «Ма'абатту хауфан миннари валя хуббан ли джаннати». Я не поклонялась Аллаху, боясь его ада или надеясь на его рай. Потому что в таком случае, сказала она, я буду как наемник плохой. Наняли его, он плохой наемник, только боится, только надеется на награду. Хорошо. «Ба'абатту хуббан лау ва шауқан илей». Я поклонялась ему, Аллаху, только любя, из любви к нему, из затомления по Аллаху. Да, как будто бы красивые слова, но слова, в которых есть ошибка, и серьезная ошибка. Лучшие из людей, которые для нас пример, Аллах Субхану ва Тааля говорит про них, что «Иннам кану юсариуна фил хайрат». Они спешили совершать благие поступки, «Ва ядрунана рагабау ва рагаба». И к нам взывали с надеждой, с чаянием, с надеждой и со страхом. Пророки, у них надежда и страх. Пророки, посланники. Аллах Субхану ва Тааля говорит про муттакин, говорит про богобоязненных, ядрюна раббаум хауфам ва тамаа, взывает к своему Господу со страхом и надеждой. И говорит в суре Исра про праведников, уляика аллазина ядрюна ябтагуна иля раббихиму аль-василата айюхум акраб. Те, к кому они взывают из праведников, они сами на самом деле поклонялись Аллаху, к своему Господу, ища у него ябтагуна иля аль-васила, ища способ приближения к Аллаху, айюхум акраб, кто окажется ближе. «Ваярджуна рахмату ваяхафуна азаба» и надеялись на его милость и боялись его наказания. Поэтому обязательно должно быть, помимо любви, должна быть надежда и должен быть страх.